Yeah.
Анабель Морозов и Андрей Пакин. За произвольный танец Анабель Морозов и Андрей Пакин набирают 125,86 балла. Общий результат за два танца 202,29 балла. По итогам соревнований Анабель и Андрей занимают второе место. Уважаемые зрители, на этом соревнования среди танцевальных дуэтов подошли к концу. Через несколько минут состоится награждение победителей и призеров соревнований.